Петрозаводские автоинспекторы отстранили от управления транспортными средствами 14 нетрезвых водителей. Рейд прошел в минувшие выходные. Нарушителей ожидает штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет. Ремонт электросетей Карелии продолжается. В связи с этим в некоторых районах республики будет проводиться отключение электроэнергии. Ознакомиться с графиком можно на официальном сайте правительства Карелии. За минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 193 жителей Карелии. Из них были привиты лишь 11 человек. От COVID-19 умерло 4 пациента. Благодарственное письмо главы республики за спасение ребенка вручили жительнице Беломорска Ирине Скалиной. В начале ноября мальчик провалился в открытый люк. Женщина одной рукой удерживала палку, за которую держался ребенок. Другой рукой Ирина набрала телефон службы 112. Сборная Карелии завоевала 3 путевки на чемпионат России по самбо. Республику представляли воспитанники спортивной школы Олимпийского резерва номер 5 Петрозаводска. Чемпионом Северо-Западного федерального округа стал карельский спортсмен Арман Багдасарян.